Ну вот и закончился наш летний период. Мы на городском пляже Новоуральска. Заходим сюда. Народу, конечно, никого. Народа никого. Люди просто сюда приходят погулять, подышать около озера воздухом и отдохнуть. Ведь не только в жаркую погоду можно прийти к озеру, но и в такую прохладную, как сейчас. Как было хорошо летом. Все грели тут свои животы, задницы, было тепло. А теперь ложись куда хочешь, иди куда хочешь. Никакой нет очереди, все места свободны и все спокойно. Вот так. И вокруг нас живописный Верхнеинский пруд. Играет музыка, несколько человек, женщины сидят в шезлонге, отдыхают. А мы продолжаем наш обзор по нашему пляжу, по отдыхающим. Ну вот здесь и находится спортивный городок. Молодые мамы с детьми постигают азы спортивной подготовки. Все чисто, хорошо, можно приехать сюда, позаниматься, подышать воздухом приозерным, скажем так, и потом вернуться домой к своим домашним делам. Я немного ошибся. Самый стойкий человек на пляже — это, наверное, самый человек уже в возрасте, который не изменяет своим привычкам и, наверное, будет тут до конца августа.